Вот я хочу привести пример в качестве экспорта. Вот Германия, казалось бы, нам близкая, понятная страна, половину свинины они продают на экспорт. То есть, вот, допустим, Германия 5,5 миллиона тонн в год производит свинины, из них почти 3 миллиона на экспорт во все страны. И прежде всего Китай, Индонезия, отчасти Япония, Корея и так далее. Поэтому, конечно, нам ни в коем случае нельзя останавливаться и по свинине. Нам нужно наращивать объемы. И, понятно, и на Дальнем Востоке, вы знаете, комплексы строятся серьезные. Хорошо. Южная Корея. Рост производства – это результат увеличения… Какая разница?